Гомель прыняў фінальны этап славянскай баскетбольнай лігі сярод юнакоў 2007 года нараджэння і маладзей. У турніры ўдзельнічалі 6 каманд з Беларусі і Расіі. Падрабязнасці ў сюжэце Веранікі Гамзюковай. Славянская баскетбольная лига – это спортивный рух, который активно развивается. Его мета – объединять школьников из всего света, которые гуляют в баскетбол, и притягнуть у этот вид спорта молодь. У 15-м чемпионате на паркете Гомельского палаца гульнявых видов спорта сустракались 6 команд с Беларуси и России. До речи, некоторые из тренеров ранее сами удельничали у этом турнире. Соревнования Славянской баскетбольной лиги знаю очень давно. Эти соревнования сам участвовал. Сейчас вот уже в качестве тренера очень полезные соревнования. Вообще, именно вот эти вот международные, для, во-первых, игрового развития, почувствовать другой менталитет где-то в других городах. Также полезны для общения, чтобы дети дружили, знакомились с ребятами других команд. Славянская баскетбольная лига развивалась поступово, начиная с 2004 года. У первом сезоне удельничал только один узрост. Юнаки и девчаты 1992 года нараджения объединялись у 6 команд. Первыми удельниками славянки, как ее называют, стали команды из Гомеля, Минска, Берозы, Одессы, Дядькова и Тирасполя. Приняло участие достаточно много команд, насчитывается там около более 20 команд. Соревнования очень интересные, позволяют детям здесь расти на данном уровне, показать себя. Очень хорошо выделяются у нас команды российские, это столица Москва, Питер. Ну и наши ребята ничем не уступают, в каждом туре они занимают призовое место. Славянка – один из серьезных этапов истории развития баскетбола на постсоветской просторе. Во всех чемпионатах удельничали команды из Беларуси, России, Болгарии, Литвы, Латвии, Украины, Молдовы и Эстонии. Соперники очень сильные, игры проходят хорошо. Большую часть проигрываем, но мы скоро подтянемся и будем тоже выигрывать. Научился забивать центр поля, делать хорошие повороты, переводы под ногами. По выниках гульня у финалу 15-го чемпионату первое место заняла команда московского «Динамо». Другими стали баскетболисты гродинской «Дюшар» номер 1. Закрыли тройку лидеров – гомельчане. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».